Ctrl-C, Ctrl-V в сегодняшнем матче. Как под копирку. Состав абсолютно идентичный. Никаких изменений вообще ни в какой из линий, ни в каком из звеньев. Все то же самое. В воротах Даниил Горячев и все звенья. Все в том же составе. Но вот первое звено — Хафизов, Борисов и тройка нападающих — Пьянов, Кирилл, Филин. Евгеньевское звено, как мы вчера его обозвать уже успели, в том же виде. Что касается красноярцев, здесь изменение одно. В составе наконец появился Константин Сафонов, защитник под 29 номером, который под загадочным причинам не играл во вчерашнем матче, так и не выясненным. И заменил он другого защитника, Даниила Зарубу, тоже пока неизвестным причинам. Вроде бы Заруба травму не получал вчера, поэтому Зарубы сегодня не будет, но только в составе у красноярских рысей. А вот на льду, я думаю, очень даже будет. Итак, в воротах красноярцев снова начинает игру Павел Кузьмин. Вчера он отыграл 53 почти минуты, и потом только был заменен после 6-й пропущенной шайбы на Антона Бородкина. И первое звено — в пара защитников Сафонов, Чеботарев и нападающие Ефимов, Васильев и Захаров. Но смена уже прошла. Залитов забрасывает шайбу по борту за ворота Кузьмина. И бросок из средней зоны. Здесь ничего сложного для Горячего, конечно, не было. Второе. Нет, уже третье сочетание на льду у Кристалла. Кормилов, Быков, Гиберт, нападающие, и защитники Яковлев, Дубовик. Также третье звено и у рысей. Сальвассер, Родионов, Гончарко, нападающие, и защитники Петров, Холкин. Положение вне игры. Вчерашняя встреча завершилась со счетом 6-2. И определяющим в ней стояли, конечно, вот эти 15 секунд во втором периоде при счете 1-1. Сумели отыграться рыси, во-первых, после проигранного первого периода с минимальным счетом. И вот 1-1, и казалось, что такие своеобразные хоккейные шахматы будут длиться практически до конца встречи. И тут ударнейший отрезок, две шайбы подряд в течение 15 секунд. Сначала Данил Марушев блестяще себя проявил, ну а затем и третье звено Быкова. Передачу там отдал Гиберт, и счет стал 3-1. Соответственно, разница в две шайбы. Опасно, как штанга ворота спасает. Вот первый момент. Лухарев. Нет, это Сальвассер был. Это Сальвассер бросал в ближний угол. Шайба на удачу Горячего. В отличие от вчерашнего матча, срикошетировал не в его щиток, а в сторону от ворот. И опасность миновал. Вот счет стал 3-1, и разница в две шайбы, которую рыси так и не смогли уже компенсировать, хотя и сумели забросить еще одну шайбу, но это было уже при счете 1-4. Так, счет стал 4-2, и Захаров бросает в ближний угол. Дальше потом еще две шайбы в исполнении саратовцев установили окончательный результат поединка. Тимошин. Некому бросать на пятаке, это четвертое звено. Лешков, Захаров, Тимошин и защитники Киселев, Герасимов. Так, ну а здесь второе сочетание, еще вам его не назвал, у красноярцев. Капитан Смирнов в защите вместе с Арефьевым сегодня. Еще одна перестановка. И нападающий Глухарев, Носовко и Шама. Еще два человека, два игрока, это Герман Квон и Артем Карнавский. Защитник и нападающий, соответственно, также сегодня представляют как бы четвертое звено, но звено из двух человек всего. Если у Абрамова и Чехова травмы, с ними все понятно, то вот отсутствие Зарубы все-таки вызывает вопросы, такие же, как вчера вызывало отсутствие Константина Сафонова. Борисов за воротами. 3,5 минуты сыграно в этом матче, счет не открыт. И вносится шайба в зону. Филин не смог по шайбе попасть здесь, и Кузьмин игру останавливает.
в предматчевых раскладах упоминал я о лидерах. Вот как раз Константин Сафонов не просто лучшим защитником команды является, но и в тройку лучших всей лиги входит по своим показателям. 2 плюс 6, 8 очков. И показатель полезности плюс 3. Поэтому очень большое внимание сегодня именно ему необходимо уделить саратовцам. Что касается форвардов, то самые результативные — это Сергей Чехов, Никита Томилов и Андрей Носовко. Но Чехов, как я уже сказал, травмирован. Носовко вот играет под 92-м номером, а Томилов вообще команду покинул. Так что в каком-то смысле обескровленные во всех отношениях рыси приехали в Саратов. Мало того, что в три звена приходится играть вторую встречу подряд, так еще и вот лидер отсутствует. Но посмотрим, как изменит картину Константин Сафонов. 23-летний защитник красноярцев. Так, смена. Звено Быкова выходит у Кристалла, а у красноярцев Денис Родионов повел своих вперед. Кормилов шайбу обработал, но оставил Глухареву. В итоге момент опасный. Горячев складывается, шайбу забирает. Сегодня еще один матч в программе игрового дня первенства высшей хоккейной лиги. Третья встреча в Чебоксарах, где местная команда принимает Челны. Учитывая плотность турнирной таблицы, все это очень важно, и каждая победа и каждое поражение меняют обстановку, поэтому будем следить. Но матч там начнется только через полтора часа. У нас уже будет третий период идти к этому моменту. Но если что-то успеем интересного из того матча отметить, то, конечно, это сделаем. Тут размахнулся сейчас Носовко и попал по шайбе. Контратака. Гиберт слева почему-то оказался. Встречают его здесь плотно. И Смирнов не стали форсировать события. Восхищались мы с вами вчера активным прессингом в атаке в исполнении саратовских игроков. И выражали надежду на то, что увидим мы что-то подобное сегодня. В принципе, все основания для этого есть. Лешков через борт с Захаровым. Перевод направо. Киселев просто себе на ход пробросил шайбу, но не успел за ней. Хорошая передача. Успевают накрыть форварда красноярцев. И в собственной зоне Сафонов как раз. Обратите внимание, какими габаритами он выделяется. Штанга, вернее, перекладина ворот на уровне пояса человек. Не шуточки. Вчерашний матч также был отмечен крайне высокой степенью дисциплинированности. Всего лишь 3 удаления было в матче. По одному в каждом из игровых отрезков. Но вот только успел сказать. И первое удаление сегодня у нас уже. Филин правило нарушил, поэтому сейчас отложенный штраф попытаются реализовать рыси. Заменился Кузьмин. Носовко, но пока тут все в собственной зоне. Перевод в центр. Носовко налево. Очень долго готовили эту атаку шестером рыси. И в итоге не дошло дело даже до каких-то обостряющих передач. Но Филин за задержку соперника отправляется отдыхать. И за 12:50 до конца первого периода первый шанс для красноярцев в этом матче разыграть лишнего. Вчера во всех трех случаях
численного преимущества, чего-то сверхъестественного не случилось. Вбрасывание за гостями. Перехват. Мергалиев. Второе звено я вам не представил у Кристалла. Да, Марушев. Новиков, Мергалиев. Защитники Халимов, Залитов. Ну вот сейчас вот оно как раз и обороняется. За исключением Новикова. И поехали на смену. Минута 22 секунды до возвращения Филина. Быков, Дубовик, Кормилов появились на льду у Кристалла. А в атаке первое звено у красноярцев. Васильев попытался с правого края в зону войти, но его там притормозили и в итоге вне игры. 63 секунды до возвращения Филина. Быков против Васильева на точке вбрасывания. Вход в зону состоялся. Васильев. И бросок. Рядом со штангой от Чеботарева, с кистей. Ефимов в гущу игроков шайбу запустил. Дальше Кормилов тут уже на подборе. Почти удержал шайбу в чужой зоне. Против двоих сложно было, конечно. А дальше силовой от Яковлева. 17 секунд. Один бросок пока по воротам мы увидели. Сейчас будет второй, судя по всему. Ох, как опасно! И если бы получился или первый, или второй. Как раз Сафонов тут прогорцевал к воротам Горячего. Но броска так и не случилось, но было опасно. В полном составе Кристалл 10:42 до конца первого периода. 0-0. Здесь проброс, поэтому Родионов мог не спешить. Вбрасывание в центральном круге будет. Заброс в зону. Здесь только Кириллов. Первое сочетание у Кристалла. Вчера все звенья отличились. В составе саратовской команды это, конечно, можно было бы назвать даже идеальным матчем в плане атаки. Может быть, не в плане обороны, но в плане атаки абсолютно здорово вчера действовали саратовцы. Пьянов в упор, бросок, добивание. Нет, не заходит шайба. Кузьмин все там контролировал. В воротах оказался Кириллов, но не шайба. Наброс на ворота еще один. И вновь там подставлял клюшку Евгений Пьянов. Мимо. Кириллов за воротами. Две голевые передачи вчера на счету дебютанта первого звена саратовского клуба. Очень бодрое начало. Здесь выходит уже шайба, поэтому все поехали меняться. Кроме Борисова. Но нет, Борисов тоже. Халимов. Раскачал соперника, будучи за собственными воротами. Рвется вперед. Новиков.
чуть раньше прозвучал свисток арбитра. 8.52 до первого перерыва, 0-0 в матче Кристалл-Красноярский Рысь. Не сказать, что гости как-то провалились во вчерашнем матче. Скорее, уж слишком здорово сыграло нападение Кристалла. В целом действовали аккуратно, старались действовать. По сути, там одна вот ошибка стала ключевой именно, опять-таки, в том самом моменте с третьим голом Романа Быкова, когда перехват в исполнении Гиберта состоялся в чужой зоне, там... Правда, был привоз, уж не будем скрывать. Вот, пожалуй, и все. Все остальные действия голевые были именно созданы саратовцами. Ох, как сейчас здесь на подборе, на Совко. Илюшка подставлял, но неудобно ему было это делать, поэтому шайба пошла в сторону от ворот. Шама. То ли пас, то ли бросок, не совсем понятно. Падение самоотверженно выбрасывает шайбу Марушев. А дальше Горячев. Выбрасывание в зоне хозяев. Первое звено на льду у красноярцев. Васильевская и Быковская у Кристалла. Как раз Васильев с разворота так запускал шайбу, даже броском это сложно, запускал шайбу в ворота. Дубовик по борту. Не очень высокие скорости у нас в первом периоде, это надо признать. Возможно, и экономия сил здесь имеет место. Сафонов. Его сил много. Добрасывает шайбу вперед. Ух, как неприятно падает Васильев. Ефимов. С отрицательного угла запускал шайбу в сторону ворот. Лешков на левом краю. Подбросок здорово Захарову. Рядом со штангой шайба проходит. Ван-таймер, как сказали бы, в Национальной хоккейной лиге. Бросок в касание. Ух, после рикошета от щитка Горячего едва не замкнул. На Совко. Нет, простите, Гончарко это был. 87-й номер. И что у нас здесь? Удаление. И вновь в составе Кристалл. Тимошин негодует. Но подножка. И еще 2 минуты. Для Кристалла в меньшинстве. Звено Васильева вновь на льду у красноярцев. Кристаллы обороняются. Борисов, Филин, Пьянов. Ну и очевидно, что Хафизов, да.
Но выбрасывание за рысями. Очень много времени у них еще в распоряжении. Но перехват, Пьянов, что будет делать? Не стал выбрасывать, отдал Филину. Тот в обыгрыш. Бросил поворотом, шайба улетает в заградительную сеть. Задача минимум из данного эпизода исполнили саратовцы. Ну и всего лишь 27 секунд прошло с начала штрафа. Внимательно в зоне соперника. Сейчас нужно действовать, но тут очень удачное выбрасывание выиграно в собственную зону, поэтому все успеют вернуться. Бухарев справа. Ищет варианты. Вон. Пускают его к воротам. Вновь Глухарев. Бросает сам теперь в дальний угол верхний. Не точно. 57 секунд до возвращения Тимошина. Вон. Теперь уже в левом углу атаки оказался. Глухарев на своем месте. Стал бросать Смирнов, продолжил атаку. Бросил на Глухарева, но все это снова прервано. Теперь уже Марушев шайбу отправляет подальше. 28 секунд. Ну, совершенно не торопится рыси. Вставляет клюшку Быков, и там Дубовик. Первый на шайбе дважды. Рискованная передача через собственный пятак, но оправдана она. Кормилов в полном составе «Кристалл». И 4 минуты до окончания первого периода. Ну и снова, так же как и вчера, мы можем отметить, что в большинстве ничего серьезного не возникает у ворот. Ни тех, ни других. Но в этом матче пока возможности были только у гостей. Неточная передача. Сразу ее выхватывает Герасимов в центральном круге. Тимошин. Тимошин. Пытался продавить. Но это как раз был Сафонов, которого продавить очень сложно. Может быть, Дубовик только сможет по габаритам сравнивать. Сафонов в атаке. Чеботарев. И Горячев. Поставил блок, если хотите. Требуют болельщики на трибунах более активно прессинговать соперника саратовцев. Пьянов. Кириллов. Филин поджидал на синей линии. Дальше за ворот шайбу отправил. Кириллов вновь входит в зону. Передача. Еще момент будет. Пытаются запихать просто здесь шайбу в ворот, потому что как такового броска опять не было в этой атаке. Вот помните, как вчера Артем Захаров забросил? Он просто завез шайбу в ближний угол и все. Вот нечто подобное сейчас пытались исполнить Кириллов и Филин. А не получилось. 2 минуты 4 секунды до первого перерыва вбрасывания в зоне красноярцев. Активно Евгений Чернов перемещается по скамейке запасных, подсказывая то одному, то другому.
своему подопечному. Отчаянная борьба здесь в зоне рыси. Заканчивается тем, что Кристалл с шайбой. И удаление. Вот первое в составе красноярцев. И вот мы и добрались до вчерашнего уровня. Всего лишь за 18 минут и 14 секунд. У нас удаление уже столько, сколько вчера было за 60. Шама отправился на скамейку для плохих парней. И вот возможность в самой концовке у Кристалла первого периода. А, да, не разглядел. Думал, 78-й, 38-й номер Герман Квон. Прошу прощения, отправился на скамейку штрафников. И в атаке Кристалл, Марушев. Нет броска снова, и нужно бежать домой. Горячев на помощь. Миргалиев. Не называл я эту фамилию пока еще сегодня. В игровом смысле. Зажата шайба у борта. Здесь впятером собрались на совещание игроки той и другой команды. Пока продолжают совещаться. Но все-таки шайба у Халимова. Бросок. Это Залитов щелкал в ближний угол. И подставлены щитки Павла Кузьмина. Показатели Горячего, кстати, по-прежнему не изменились. Также у него коэффициент 2.0, и лучшим он голкипером лиги продолжает оставаться, несмотря на две пропущенные шайбы вчера. Вновь вылетает шайба. Ну и бросков пришлось отразить впечатляющее количество. А именно 25 во вчерашнем матче. Выброшена шайба. Минута и уже ровно минута до возвращения Квона и 45 секунд до окончания первого периода. Но времени на одну-две атаки полноценные максимум у Кристалла. Янов летит вперед, бросает. Добивание не получилось. С первым броском Кузьмин справился. Еще одно удаление будет. На этот раз Никита Ефимов. Здесь уже ошибки быть не может. За задержку соперника клюшкой. И 25 секунд в формате 5 на 3 в этом периоде. Еще 13 будет во втором. Если сейчас ситуация не поменяется. На табло Хафизов. Вплотную практически приблизились саратовским воротам. 10 секунд остается. И нет броска здесь. Передача. Вот здесь есть бросок. Кузьмин читал. Читал-то было видно. Бросок Хафизова. Он начал перемещаться еще во время замаха. И совершенно правильными были действия голкипера красноярских рысей. Ну и здесь 2 секунды, не знаю. Только если бросок прямо с точки вбрасывания. Но у Пьянова не та рука. Поэтому вряд ли. Ну, Хафизов мог успеть бросить здесь. Уж не знаю, как бы там рассудили этот момент, окажись шайба в воротах, но это уже не важно. Итак, первый период завершен, 0-0 у нас. И скоро мы вернемся в Ледовый дворец спорта «Кристалл».
Саратовский голос высшей хоккейной лиги в прямом эфире из Ледового дворца спорта «Кристалл». У нас второй период матча «Кристалл» красноярские «Рыси». И в первом мы увидели уже, ух, перекладина после броска Лешкова, уже больше удалений, чем за весь предыдущий матч, но не увидели ни одной заброшенной шайбы. Вчетвером уже «Рыси», а вообще-то 14 секунд «Кристалл» играл в формате 5-3. Еще один бросок, и теперь уже штанга спасает ворота красноярцев. Причем та же самая, что в первом периоде прозвенела за спиной Даниила Горячева. Ровно минута до окончания штрафного времени у Никиты Ефимова. И нам необходимо отметить, что в первом периоде красноярцы соперника перебросали. Это было заметно. Это ощущалось, и вот это выражается в статистических показателях 14-9 и 10-8, соответственно, броски и броски в створ ворот. Вчера такого не было. Это необходимо отметить. Итак, еще 52 секунды. Кристалл в зоне соперника. У красноярцев обороняются Шама, Сафонов. Сейчас рвется вперед Глухарев. Так, что это здесь? Горячий придумал такое. Ну, заработал, конечно, удаление, но неоднозначный такой момент. Потасовка здесь начинается. Ну, за вратаря всегда вступают со всей командой. Нормальная ситуация абсолютно. Халимов тут. Ну, действительно, имела место блокировка вратаря в данной ситуации. Так, и здесь не одно, а еще и обоюдное удаление будет. Да, про дисциплинированность сегодня можно забыть. Так, ну у Кристалла сел Халимов. Ну тут... А Данил Глухарев вот неправильную атаку определил. Арбитр. Ага, и еще 2 минуты за грубость. Тоже очень-очень важный момент в сегодняшнем матче. Потому что «Рыси» таким образом играют в формате 3-5 на протяжении подряд. Ну, если бы не было перерыва, но тем не менее игрового времени подряд уже порядка минут 5. Также на скамейку отправляется Дмитрий Сальвассер. Именно он выйдет с нее через 2 минуты, а затем уже Глухарев вернется там, когда истекут еще 2 по остановке. Ну, правда, и Кристалл вчетвером, но тем не менее. Так, ну а здесь у нас специально обученные люди с ломиком и лопатой сейчас двигаются в сторону ворот Даниила Горячева. Там, ну, не знаю, вроде бы до крови-то не должно было дойти. Но все-таки какие-то работы определенные вот приходится провести. Может быть, зубы. Лежат. Или еще что-нибудь. Совещание тут у пятерки, кстати, уже у пятерки Кристалла и у тройки красноярских «Рысей» Чеботарев, Сафонов и Васильев. Именно они игру продолжат, а на льду у Кристалла четвертое звено. А, нет, не четвертое, тут все вперемешку, и Лешков, и Мергалиев, и Быков. Нет, это Залитов был. Да, похоже, что все-таки в формате 5-3 продолжится игра.
зубы собрали. И 37 секунд до окончания штрафного времени Никиты Ефимова. Выбрасывание за саратовцами. Лешков. Миркалиев. Да, тут сборная Солянка сейчас на льду. Лешков размахнулся. Мощный выстрел в плечо. Шайба попадает Кузьмину. Смены не происходит у Рысей, хотя была для этого возможность. 11 секунд до возвращения Ефимова. Лешков. С Миргалиевым. Лешков. Будет бросок. Хорошая комбинация, но до броска так и не доходит. Лешков продолжает атаку. Ефимов на льду. 5 на 4. Минута 13 секунд. До выхода, напомню, Сальвассера, а не удаленного Глухарева, потому что у того 2 плюс 2. Марушев. Бросок в ближний угол. Ну, здесь надежен Кузьмин. И тает штрафное время. И две возможности в формате 5 на 3 упускают саратовцы. Теперь уже первое звено в своем истинном обличии у Кристалла. У Рыси неполная третья. Афизов. Перевод налево. Наброс. Рикошет от Илюшки Пьянова. Летит выше ворот и отбрасывается подальше. Закрыть не удается. 30 секунд до окончания штрафного времени. Пьянов оставил Филину. Тот в зону входит. Десять секунд. Стучит уже Горячев. Напоминаю своим, что нужно поторопиться. Здесь удаления не будет. За воротами Рыси в полном составе. Бросок и добивание. Как сейчас отважно здесь и голкипер, и защитник действовали у красноярцев. Казалось бы, ну наверняка уже. Одного касания там не хватало до взятия ворот. Но так его и не случилось. И так Рыси в прекрасном настроении сейчас. Психологический импульс, я уверен, у них будет. Потому что подряд такое количество времени в меньшинстве отыграть на ноль, это, знаете ли, дорогого стоит. А вот Кристаллу как бы не пришлось локти кусать. По окончании встречи вспоминаю вот эти минуты. Гиберт. Наброс в ближний угол. Там Кузьмин. Родионов слева. Тоже ответная атака. Боловик. По борту надежно. Кормилов. Еще одна потеря. Сальвассер бросает. Не точно. Кормилов корпус здорово поставил. Гиберт бросает сам. Тоже все видел здесь Кузьмин, поэтому никаких проблем. Да, ну что ж, игра у нас сейчас успокаивается после всех этих удаленческих дел. И то, что мы видели в первом периоде, крайне внимательно, повышенная внимательность в обороне у тех и у других.
и надежная игра голкиперов. Все это слагаемое вот того счета, который мы видим. Васильев. Классическое уже практически начало атаки в этой серии у красноярцев. Из-за собственных ворот, совершенно не спеша никуда. Лешков шайбу подбирает, оставляет партнера, еще один перевод. Захаров не сумел зацепить ее. Дальше передача неточная и смена. Сафонов направо. Не было вне игры здесь. Борисов. Надежен Кузьмин. Именно Борисов вчера открыл счет. Случилось это в первом периоде. Кириллов. Пьянов тут в гордом одиночестве. Был. До тех пор, пока не атаковал его Сафонов. И контратака. Опасно может быть. Ох, как здорово сейчас в падении. Хафизов все перекрыл. И даже больше. Марушев упускает здесь Шаму и бросок по воротам. Казалось бы, что Данила уже шайбу себе приберет к владению. Но этого не случилось. Арефьев по борту. Здесь Борисов внимательно действует. Бросок. Ближний угол. Добивание. Нет, здесь все. Во вратаря, Залитов, защитника. И шайба вылетает на скамейку запасных кристаллов. Периодически вот такие взрывы. То у тех, то у других ворот. И даже две штанги мы увидели. Но все это пока безрезультатно. И уже к экватору матча мы с вами почти подобрались. А заброшенных шайб так и нет. Настолько напряженный матч, что даже ни одной истории в Инстаграме сегодня не предлагают болельщики. Все сосредоточены на матче и телефоны в руки не берут. Армилов. Гиберт. Яковлев убирает соперника на замахе. Подбор дальше за Гибертом. Того толкают в спину, но не было там нарушения правил. Без клюшки замечательно действует Холкин. Техничный прием шайбы. Опасный момент. И Горячев спасает ворота сейчас. Пожалуй, лучшая возможность. Ну, наверное, за исключением момента со штангой у Семена Гончарко была. Один на один, и никто там не успевал ему помешать, только Даниил Горячев. Выходит саратовцы из собственной зоны, Лешков на левом краю. Герасимов, щелчок, мимо ворот. Вновь Лешков. Вот простор у него есть. Передача Тимошину, бросок мимо. Ну, а здесь очень сильно и высоко.
11:48 до второго перерыва. Вбрасывание в зоне красноярских рысей и 0-0 у нас по-прежнему. Совершенно, мы вчера об этом еще с вами говорили, совершенно не похожий счет на то, что обычно происходит в противостоянии этих команд. Вчера в итоге вот 8 получилось заброшенных шайб. Это как-то близко к нормативам команд. Но чтобы вот так. Ну, впрочем, пол игры еще впереди. А также мы понимаем, что все течет, все меняется. Пьянов, передача. Хамизов на синий шайбу подбирает. Там Квон. Один неаккуратный пас на Савко шайбу подхватил. Вон. Перевод под щелчок Сафонову. Нет, это не Сафонов, это Смирнов был. Так, идут по борту. И проброс. Через полчаса стартует матч в Чебоксарах. Думаю, что у нас как раз третий период будет начинаться в это время. Гончарко пытался там перехват совершить, не получилось. Галиев справа. Еще дальше. На ноги. Галиев бросок заблокирован, но еще будет попытка, могла быть, в его исполнении. Галиев. Ближний угол. Закрыто все. Кузьмин только этого и ждал. Марушев. Литов, наброс. Роняют Халимова, но тоже все в рамках правил. Думаю, что по поводу удалений и нарушений правил будет очень серьезный разговор и перед третьим перерывом, перед третьим периодом. Кормилов. Хорошая передача. Бросок поворотом заблокирован. Это подставился Чеботарев. Под бросок шайба вылетает. В очередной раз за пределы площадки. 9:23. До конца второго периода. Сафонов шайбу подхватил. И снова, да? Распределение игроков по всей длине площадки. Дальше пас в глубину туда. Быков едва не ошибся с передачей. Дальше перехват. Им же. Уходит за ворота Роман. Там его встречают. Кормилов бросает. Гиберт принимает шайбу. И гол какой! Александр Гиберт. 1-0. Да, очень необычный момент, согласитесь. Наброс в сторону ворот. Ловит шайбу, оставшись там в одиночестве. Саша Гиберт бросает себе под ноги, уже укатившись практически на линию ворот. С очень острого угла, я думаю, что даже с нулевого, потом мы посмотрим более внимательно, над плечом. Все-таки у Кузьмина шайбу отправляет. 1-0. 31 минуту нам
пришлось ждать этого первого взятия ворот. Ну и что же дальше? Не думаю, что ход игры как-то, сценарий ее изменится. Все так же осторожно и аккуратно действуют и те, и другие. Но вопрос, кто больше ошибется. Захаров. Некому здесь было замыкать. Поэтому снова капитан Кристалла в зону шайбу возит. Вчетвером практически его приняли. Рвется вперед Кириллов. И забирает шайбу. А дальше... Ощущение, что попытка лакросса была, и дальше тут Филин добивал уже, не попал с близкого расстояния. Продолжается атака хозяев. Кириллов. Тафизов. Аккуратно по борту на Пьянова. Борисов тут немножко забуксовал, но положение вне игры. Доказывает сейчас хоккеист красноярский, что успел он ногу за синюю линию выставить. Это был Родионов. Но арбитры не согласны. Шайба в зоне, марш. Так. Тянулся. Все-таки сохранил ее. Наброс. Вылавливает шайбу Кузьмин. Ну, сегодня уж точно без замен голкиперов обойдется, я думаю. Блокирован бросок, на сей раз в исполнении Халимова. Новиков. Халимов. Захарова. Выход удается. Смещается он в центр. И очень внимательно против него действовал Максим Дубовик. Насавкова пробрасывает на ход. И вновь Дубовик все зачищает. Игры. Фан-сектор поет. Ну, я думаю, что одной акции вчерашней было достаточно. Вызвала она много вопросов у людей, не совсем внимательно следящих за ситуацией в спортивном мире страны. Дело в том, что вчера в третьем периоде фан-сектор в полном составе покинул ледовую арену. Солидарность
с акцией «Фанат не преступник», которая приурочена к событиям на футбольном матче ЦСКА «Зенит» на российской премьер-лиге 28 ноября, который состоялся. Но об этом я рассказывал вчера уже. Ну, думаю, что сегодня до конца. Вот как сейчас Гиберт едва не подарил там шайбу Шаме. Вперед Захаров, и шайбу забирает. Хорошая передача Лешкову. Ну, нужно было забивать, конечно, здесь. Совсем один перед воротами оказался, и в створ не попал Алексей Лешков. Здесь нарушение правил. Давненько у нас не было удалений. И Никита Герасимов катит на скамейку штрафников. Очень расстроен Лешков, едва клюшку не сломал сейчас на скамейке запасных. Момент-то шикарный был, да, безусловно. Ну и две минуты большинства для Рыси. Чеботарев по борту. Там же Ефимов. И вновь Чеботарев. Бросок. Хафизов подставляет клюшку. Шайба вынесена. Сразу же едут меняться. Двое саратовцев. Появляются на льду Марушев и Бергалиев. В атаке Сафонов. Слишком сильный пас. Принять его партнер не сумел. Это прессинг от Марушева в чужой зоне. В меньшинстве. Прыгает опасно шайба перед пятачком, но все-таки возвращается к синей линии Сафонов. Блок. Блок, и можно убегать. Было бы, если бы в темп была эта передача Марушеву. Еще один силовой он принимает на себя. Да, меняться срочно нужно. Опасно. Васильев с близкого расстояния запускает шайбу выше ворот. И Кормилов в контратаке. Один против двоих бросает сам. И Кузьмин выкатывается из ворот. Как бы отражает. Здорово, здорово действует Кристалл в эти минуты численного меньшинства. 24 секунды до возвращения Герасимова. И прижимает шайбу к борту Кормилов. Да, похоже, что вновь численное преимущество в сегодняшнем матче без реализации останется в полном составе Кристалл. Без клюшки там Быков. Дубовик рыбу не зацепил. На Савко. Прострел, бросок и 1-1. Проходит передача на Романа Смирнова, и капитан красноярских Рысей сравнивает счет в сегодняшнем матче. Вот видите, не в большинстве, а в равных составах все-таки сумели Рыси найти точный пас. Ну и переместиться там, конечно, очень тяжело. Был бросок с близкого расстояния. И, да, Роман Смирнов забрасывает 2:24 до конца второго периода. 1-1. И вот этот расклад пока похож, все еще похож на то, что мы видели вчера, но в плане счета, конечно, не в плане игры. Продолжает Рыси атаковать. Сальвасер, бросок в ближний. Прижали сейчас соперника Рыси впервые в сегодняшнем матче. Вот так вот. На протяжении уже больше, чем минуты. Не выпускают из зоны.
Только вот так, через заброс вперед. Никита Холкин. Новый заворот готовит очередную комбинацию своей команды. Ефимов. Не дали здесь на коротке сыграть. Пьянов. Афизов. В защитника, а именно в Петрова. Афизов. Илин. Что будет делать? Уходит за ворота. Пас на Кириллова, но принять его не получилось. Тем не менее, зона закрыта Хафизовым. Вставление неплохое. Файбер рядом со штангой проходит. Борисов заставил понервничать сейчас всех болельщиков в Дворце спорта. 34 секунды до сирены. Рвется вперед Марушев. Бросает по воротам. Кузьмин на месте. Еще один подбор. Залитов. И Кузьмин здесь даже останавливать игру не стал. Все правильно сделал. Итак, ну что ж. 1-1 у нас по итогам 40 минут игры. На шайбу Александра Гиберта ответил Роман Смирнов. Все это произошло во втором периоде. Ну а что будет в третьем, посмотрим. Пока все очень интересно. Сказать победителя тут довольно сложно. А, кстати говоря, котировки букмекеров на эту встречу резко перевернулись после вчерашнего матча. И сегодня уже на победу «Кристалла» 1.63, а на «Рысей» 3.64. Вчера было чуть ли не с точностью да наоборот. Но пока ничья у нас. И третья 20-минутка в полных составах команды. И каждое удаление теперь может стать решающим. Расположились в зоне красноярцы. Бросок от синей линии. Мимо ворот. Еще один. И момент. Васильев там подхватил шайбу-то прямо перед воротами. Бросить свободно ему не дали. А здесь Смиргалиев. 1-1. Гол! Как он выскочил из ниоткуда. Рани Смиргалиев. И 2-1. То ли со сменой как-то затянули гости, то ли просто не ожидали такого реактивного выпада в исполнении лучшего бомбардира. Хотя как можно не ожидать, да? Лучшего бомбардира «Кристалла». Итак, Миргалиев на второй минуте третьего периода выводит «Кристалл» вперед. Неожиданный гол, прямо скажем. Проброс. А вообще было ожидание, что такой уже своеобразный овертайм начнется с обоюдными шансами и с повышенной внимательностью в обороне в третьем периоде. А тут вон что получилось. Бросок рядом со штангой. Звено Быкова на льду у «Кристалла». И
Родионовская у Рысей. Кормилов на Гиберта. Поставляет Быкову, еще раз получает шайбу. Дубовик. Давно мы не видели его щелчков от синей линии. Но сейчас пока поехал за ворота. Аккуратную такую передачу отдавал в центр. Но откликнуться на нее никто не сумел. Захаров с неудобной набросил на ближний угол. Там Кузьмин только был. 2,5 минуты сыграно в третьем периоде. Поехал главный арбитр матча. Там пояснил на судейской скамейке. Михаил Сердяев, Константин Яков главный сегодня. И Валерий Симонов, Павел Фетисов линейный. Так же, как и во вчерашнем матче. Шама. Нет, так вон. Во второй раз я их кушаю сегодня. Тимошин. Сам будет бросать. Нет, под Лешкову под передачу отдает под бросок. Тот не попадает в створ. Вновь Лешков. Застряла шайба там и в своих, и в чужих. Вот теперь точно Шама. Встречают его аккуратно. Герасимов, Киселев. В падении. По задумке-то хорошая передача, но Тимошин там до нее дотянуться не мог никак. Поэтому проброс. Захаров бросание выиграл. И смена кристалла. Первое звено на льду. Первое же и у гостей. Звено Васильева. Сафонов. В арбитр шайбу попадает. Вчера уже поучаствовал в голевой комбинации. Один из судей. Кириллов не предугадал, куда шайба будет двигаться после этого прохода. Неторопливая смена. Похоже было на еще один проброс, но нет, Залитов. А дальше что, положение вне игры? Да, не такая насыщенная событиями игра сегодня у нас, как вчера. Это нужно признать. Но напряжение меньше не становится. Марушев. Мергалиев закрывает борт. Серия перехватов. В итоге шайба вылетает в центр. Дальше Гончарко. Быстрая передача вперед в расчете на рывок Сальвассера. Носок в ближний угол. И рикошетом от щитков горячего шайба вылетает. Ровно 5 минут сыграно в третьем периоде. И одну шайбу в нем мы увидели в исполнении Раниса Мергалиева. 2-1.
Иванов. Минимуму снизилось количество опасных моментов у ворот и у тех, и у других. Вот сейчас. Гиберт. Кормилов. Бросок. Это несложно для Кузьмина. Сафонов подхватывает шайбу после вбрасывания. Чеботарев, хорошая передача. Васильев бросает. Отчаянно ему мешал, конечно, там. То есть был Захаров. Получает 2 минуты сейчас капитан Кристалла. Первое удаление в третьем периоде. Ну, посмотрим. Этот кристалл важно не только отбиться, но и потом первые секунды после возобновления игры в равных составах сыграть внимательно, чтобы не получилось, как в прошлый раз. Бросок. Добивание могло быть и будет. Штанга опять. В каждом из периодов эта штанга принимала шайбу на себя. Соответственно, дважды это случалось. У ворот кристалла. Бросок еще один. Горячая. Выброшена шайба. Минута 19 секунд до возвращения Захарова. Борисов шайбу отправил на скамейку запасных. Собственную едва не попал старшего тренера Игоря Степанова. Но все обошлось. Бросание за рысями. Смирнов. И опять шайба вылетает. И опять туда же. Да, пришлось понервничать администратору Кристалла тоже. Еще одно вбрасывание выиграно, но передача не точная на сей раз, поэтому приходится к Вону возвращаться к собственным воротам, прессингует его. Пьянов, наверное, обозначает прессинг, а вот Филин поехал атаковать. Перекличка вперед Саратов на трибунах. Помогает в данные секунды шайбу отбросить. Появляется на льду Галиев, Марушев, Халимов и Залитов. Ефимов ждет передачи на синей линии. Пока не получает ее. Аккуратно привел шайбу в зону Смирнов. Шаму встретил Залитов. 9 секунд. Почти завершено штрафное время у Кристалла. И Марушев неплохо корпус поставил. Один раз, другой, но к воротам его не пустили все равно. Захаров сразу же меняется. И в полном составе Кристалл 12-08 до конца третьего периода. Вот зону закрыт Мергалиевым. Перевод в центр на Кормилова. Бросок подставляется под него.
Смирнов. Гиберчайба коснулся, проброса не будет. Яковлев. Зону закрыл и продолжает двигаться к воротам. Включает его Петров. И Горячев. Одним движением, как пулю, вылавливает этот бросок Гончарко. Вбрасывание в зоне Саратовцев. Да, сейчас классическая история про раскаленную сковородку. И про время, тянущееся в момент нахождения на ней для кристалла. Эти минуты какая. Передача сорванная. Кселеву получается, приходится Горячего игру останавливать. Очень медленно будет время тянуться для кристалла и очень быстро для рысей. Захаров показывает Киселеву, какую позицию занять. И вот, видите, правильно все показал. Тимошин рвется вперед. Холкин спину ему поставил. Черко. Неудобная очень передача под бросок, если это была она. И аккуратно вновь действует Саратовец при выходе из зоны. Еще и смену производит. Борисов. Кириллов. Отправляется Кузьмин. Возвращаться. Бухарев. Большое скопление игроков там было перед воротами. Борисов на Филина. Успевает помешать ему Арефьев. Встречаются Афоновы здесь, отбирают шайбу саратовцы. Бросок заблокирован от Новикова. Вновь Новиков шайбу вставляет Миргалиеву. Здесь обострить сразу не удалось. Алимов. Еще один бросок. Добивание могло быть в исполнении Новикова все того же. Но ему там клюшку зажали, как в тиски в этом эпизоде. 8.46 до окончания третьего периода. 2-1 кристалл впереди. Встречились, напомню, Гиберт и Миргалиев. И шайба красноярцев на счету Смирнова. Дубовик. Это не бросок, это пас на Быкова, которого вдвоем заблокировали здесь соперники. Яковлев. Армилов.
катился бросать. Не получилось. Родионов. И вне игры. Да, сегодня фан-сектор остается до конца встречи, это уже понятно. Поакционировали и хорош. Тем более, как тут уйти из такого матча? Вчера-то в третьем периоде еще не совсем было ясно, там в какой-то момент, чем все закончится. А уж тут тем более. Лешков. Хорошая передача, бросок будет, и гол! Артем Захаров выскочил из-за спины защитника и уже в пустые ворота шайбу отправил. Четвертое звено. Да, надо же, как... Порядок заброшенных шайб совпадает с вчерашним матчем. Даже удивительно. Но при этом совершенно другой сценарий. При том же порядке. Лешков и Тимошин в ассистентах. Да, гол полностью этой четвертой нашей тройки капитанской. И 3-1 за 8 минут и 5 секунд до окончания третьего периода. Заявка. Да, безусловно, это заявка на победу. И точно так же, как и вчера, я повторю свою фразу. Пока бросок тут сейчас Кузьмин парирует в исполнении Кириллова. Повторю фразу насчет того, что нужно только не допускать ошибок и не проигрывать самим себе в Саратове. Этого вполне более чем достаточно для... итогового положительного результата. Закрывают соперников в зону саратовцы. Шам развернулся. Ефимов диагональ хорошая проходит. Дальше. Дальше бросок. Справляется горячий. Без проблем. И Кириллов. По борту. Вперед просто. Да, можно уже ничего не изобретать саратовцам в этом матче. Ни велосипедов, ни каких-то других транспортных средств. Опасно. Бросок и 4-1. И это Алексей Лешков. Ну, наконец-то. Почти два полных матча ждали мы от него заброшенных шайб. И вот это свершилось. Всю свою злость спортивную вложил, оказавшись перед воротами. Чуть сетку не порвал. Так же, как вчера это чуть не сделал Евгений Борисов. 4-1. Быков, еще один перехват. И вы понимаете, да, что продолжается вот этот вот сценарий заброшенных шайб, порядок их, совершенно повторяющий один в один вчерашний. Следуя этой логике, следующими должны отличиться красноярские «Рысь».
Правда, во вчерашнем случае у них для этого было больше, чем половина периода, а здесь всего 6 минут с копейками. И вообще в атаке Кристалл. Дубовик. Наброс на ворота, и шайба вылетает в заградительную сеть. Захаров на точке вбрасывания, против него Глухарев. Тимошин, бросок защитника, еще один рядом со штангой, но Савко очень неприятно сейчас получил в ногу, поехал меняться. Захаров. Ну вот вчера при счете 6-2 в концовке встречи... О, какой прием на грудь сейчас, вы это видели? По-футбольному обработал шайбу, так, знаете, Данил Глухарев. Вчера при счете 6-2, вот минут за там где-то 7-8 до окончания встречи, красноярцы просто отключились. Это было заметно, это бесспорно, и все это было очевидно. Что здесь? Не 4 шайбы разрыв, а 3. Но и времени остается совсем мало. Какие в их исполнении мы увидим сейчас взрывы, всплески? Не знаю, и увидим ли мы их. Что-то мне подсказывает, что нет. Горячий тут шайбу накрывает. Ну вот и истории у нас посыпались наконец. В клубном инстаграме напряжение спало, безусловно. Ну не то чтобы оно в ноль, конечно, ушло, но тем не менее вы сами все понимаете. Прессингует тут Кириллов. Успешно это делает. Отбирает в итоге Саратов шайбу, хоть и приходится выбираться из чужой зоны, но это меньше всего сейчас беспокоит хозяев, я думаю. Захаров. Еще одна смена обоюдная. Никуда не спешат красноярцы. Так, здесь вот столкновение. Нужно игру-то остановить. Гончарову здесь... Простите, Гончарко. Гончарко попало в голову, и сейчас врач появляется на льду. Вот уж чего точно не хотелось бы в окончании такой встречи уже, в общем-то, завершенной практически. Поднимается, молодец. Сам на ноги, пожелаем здоровья Семену Гончарко. Думаю, что сейчас приведут его в порядок, и даже, может, в этом матче еще успеет он на смену другую появиться. 4 минуты и 1 секунда на табло в Ледовом дворце спорта «Кристалл». И 4-1. Залитов. Бросок в ближний угол, там Кузьмин.
Залив в спину поставил, сыграл на партнера. Передача до Марушева не доходит. Бросок Марушеву. Вот там неудобно шайба пошла под корпус, поэтому выгребать ее тут пришлось. Броска толком-то и не получилось. Дальше опять проброс. Показательный опять момент. Никаких финальных штурмов или атак большими силами. Ничего подобного в исполнении гостей. Мы не видим и не увидим уже, думается мне. В этом матче. Саратовцы тоже не сказать, что рвут подметки на этих последних минутах, но, по крайней мере, поддавливают. Кормилов вот сразу после сбрасывания нанес бросок, но был готов к нему. Кузьмин. Гиберт разгоняется. Шайбу в зону выбрасывает, там никого. Ставит корпус Кормилов, но все это он делал в положении вне игры, поэтому игра опять остановлена. В средней зоне вбрасывания. Захаров против Носовко. Хороший прострел, но некому замкнуть. Там только дальше саратовцы уже на подборе. Захаров. Хорошая навесная передача. Лешков шайбу принимает. Нарушение правил здесь. Игра остановлена все-таки была. Лешков требует возмездия сейчас от Смирнова. Но развозит их арбитры в разные стороны. Нет, не Смирнов, с Шамой сцепились. Что такое ждет? Сегодня весь день, весь матч Игорь Шама у меня другими именами все время, другими номерами оказывается. То 38-м, то 70-м, а он 78-й. Итак, 2 минуты удаления и 2.07 до конца этого матча. Тут уже ошибаться невозможно. В большинстве кристалл. Есть возможность красивую точку поставить в этом матче и вновь достичь разницы заброшенных пропущенных шайб. 4 плюс 4, как и во вчерашней встрече. И говорили мы еще вчера с вами о том, что разница эта важна. Может она там оказаться определяющей в какой-то момент. Так что не помешает. Кириллов здорово! Не стал бросать сам, а вернул ему шайбу. Пытался вернуть шайбу Пьянов в благодарность. Но нет, вновь не получилось в этом эпизоде отличиться у новичка Кристалла. Борисов за ворота. Вновь Кириллов. Кириллов. Передача
передача прервана, но остается шайба за Радзице. Бросок выше ворот. Еще момент. Защитник шайба пролетает. 50 секунд. Борисов. Подставляет конек Чеботарев. Рикошет неприятный. Юркнул шайбу мимо штанги. Сафонов раскатился, бросил. Неплохо. Добивание. Едва шайбу ворот не оказывается. Сейчас вот Сафонов, пожалуйста. Как танк. Просто на скорости проехал всю зону саратовцев. Досталось там одному из бело-синих. А именно Пьянову. По обороне он оказался в этой ситуации. Тоже поднимается самостоятельно, слава богу, и отправляется на скамейку запасных. Итак, ну что ж. С этой победой «Кристалл» набирает еще 2 очка, догоняет красноярских «Рысей» в турнирной таблице первенства высшей хоккейной лиги. Кстати, да, я же обещал вам сказать, что там в параллельном матче. Там первый перерыв, во-первых, и «Челны» опять ведут в матче с «Чебоксарами». Это просто удивительно. 1-0. Челны впереди. И еще 2 периода там играть. Ну а у нас 4-1. И последние секунды. Кристалл опережает таким образом красноярских рысей. Даже за счет меньшего количества сыгранных матчей. По 16 очков у команд теперь на счету. И таким образом вот задачу минимум Кристалл выполняет за 2 встречи, ликвидируя отставание. Ну а дальше следующий пункт – это Чебоксары. 5 очков до них. А здесь еще момент может быть, если бы получился бросок у Новикова. Но он не получился. Впрочем, ничего страшного. С победой мы поздравляем «Кристалл». Да, не назвать ее легкой, конечно, но вполне себе уверенная, так же, как и вчера. 6-2 и 4-1 сегодня.